О, проросла. Привет, спасибо. Сколько же говна под Готэмом, капец. Серьезно? What the hell? Nice. Надо было накопить на еще один, наверное. Я не знаю, откуда что летит. Их слишком много. Fuck. Oh my god. Holy shit! Хера себе тут жесть! Охереть просто! Их слишком много! Их слишком много. Я не знаю, что это за мясо нахер какое-то тупорылое. Я не понимаю этого. Я просто не понимаю. Это же просто бред. Их слишком много. Я не могу в принципе от всего увернуться. Это же просто охереть. Сзади, спереди, ракета тут, ракета там, ракета здесь. Засуньте в жопу что-нибудь, а? Серьезно, Рокстеди. Вы же англичане, вам можно. Никто ничего плохого вам не скажет. Просто идите засуньте себе в жопу. Серьезно? Не сломался? Я сломал дальнего, не этого. Обалдеть. Охереть. Лол, что? Охереть. Да блин, я не могу стоять рядом. Holy shit! Вы просто посмотрите.
Ави, заткнись и работай. Фак. Ну, вот просто я не могу увернуться от всего. Это просто жесть. Охереть. Я не знаю, вы еще, короче говоря, сверху и снизу их поставьте, пожалуйста, чтобы их вообще было просто дохера. Я не понимаю этого. У меня уже Бэтмобиля прокачано здоровье, я не могу их вынести. Это просто не... И тем более сейчас я даже не видел то, что в меня стреляли. Эми, кстати, говно собачье. Вообще не помогает нисколько. Она их вырубает на 5 секунд. Мне нужно больше их найти. Ну зашибись. Где они все? Откуда? Да я даже не вижу, откуда меня стреляют. Holy shit. Затрахали ваши ракеты. Идите в жопу со своими ракетами, серьезно. Вот это что было? Охереть. Holy shit! Иди в жопу, Айви, я не могу там стоять. Там их просто дохера. Ты нихера не помогаешь. О май гад. Идите нахер. В жопу. Иди в жопу. Охереть просто. Я не могу ничего сделать. Ну нахер. Я буду там здесь стоять. Иди соси член. Ой, за Найви. Спасибо. Я лучше так повоюю сам. Ну нахер на открытом таком. О май гад, вот охереть. Бэтмобиль. Вау, бронезащита по максимуму, я ничего. Не, я пойду нахер отсюда, с этого кладбища, это просто членоразделительная херня какая-то. Не, серьезно, в Рокстеде вообще не знали, что они делают. Нахер это говно нужно. Серьезно, Бэтмобиль — это самая убогая задумка из всех возможных. О, привет! Иди нахер! She's dying! Соси член! Ави, она не будет подыхать. Реально мне нельзя уходить? О май гад. То есть мне надо обязательно там стоять и этих
членососов от нее отгонять. Охереть просто. Охереть. Это... Я не знаю. Прошлые битвы по сложности были 1 из 10. Это 10 из 10. Это что? У меня нет даже места, чтобы повернуться. Просто зачем, Рокстеди? Вот. Я уворачиваюсь одной ракеты, у меня другая летит. Они затрахали этими ракетами. Найс. Да как меня попали, а? Я уже отходил оттуда. Фак. Дай! Так убивай вот это. О, боже мой! О, май фак. Меня Айви затрахала уже. Ты до сих пор не сдох? Серьезно? Вау. Holy shit. Мама дрон. Папа дрон. Рон-дон-дон. Да я и так стою здесь. Убивай вот этого. Спасибо большое, прикрыло. Ты нихера сделать не можешь, кретинка тупая. Охереть просто. Рок, кстати, переборщили здесь с идиотизмом, по-моему. Ну, если это финальная битва на Бэтмобиле, то ладно, окей. Типа финальное испытание. Ладушки? Куда идти-то? 77%. Уничтожьте танк со шквальным ливнем рыцаря Архема. Ну это да, конечно, битва была. Ну там серьезно, в некоторых случаях просто не вернуться. Ну там столько всего, это Unreal. Альфред, raise the bridges. He's not getting off Bleak Island. Are you sure, sir? Get the Batwing to scan the cloudburst. Find a weakness. I'll take out the Cobra tanks on guard. Sir, you're entrapping yourself with an enemy that has you severely outgunned. No, I'm trapping him. О, май гад, снова, что ли? Да вы идите нахер, а? Просто на... Это так интересно. Ну кто вот это пилил? Зачем? Вы что нахер? Дебилы, что ли, тупые? Зачем это нужно? Зачем? Правда, зачем? Окей, Бэтмобиль, но в жопу идите с такими заданиями обязательными. Это хуже бы ты... О, боже мой, опять...
О боже мой, я просто тащусь. О боже мой. Я не знаю, это просто гениальные личности делали. Рокстеди, как вы сделали первую часть? Я вообще не понимаю. Как вы сделали это потрясающее нечто? Вот просто ответьте мне. Это же просто бред. Вот это вот. Вот это вот то, что сейчас творится. То иди на Бэтмобиле постреляй, то этим позанимайся. Это так сложно и так интересно. Ну ладно, постоим, подождем. Так, он ко мне идет. Фак. Фак. Стелс на Бэтмобиле, ёпт. Ноуп. Это, во-первых, не сложно, это только муторно. И убого, если честно. Убого. Я это в какой раз говорю? Хотя какой, я знаю, что я надоел, но... Что? Он меня все-таки увидел? Вот камера просто тоже зашибись. Вот сейчас была. Я тащусь от нее. Знаете, мне все нравится в этой игре, кроме кроме вот этих миссий на Бэтмобиле тупых. Ну это же реально тупо. Во всех смыслах. Holy shit, я даже подъехать нигде не могу, они просто везде. Так, подождите, у меня же есть что-то типа приманки, да, у Бэтмобиля? Я не помню, что я прокачивал. Бэтмобиль, Бэтмобиль, приманка что-то там было. Или это не так? Вооружение Бэтмобиля. Очень жаль, что я не могу это прокачать сейчас. А после этого... О, боже мой, они серьезно, они все здесь. И они все смотрят на меня. Это что за ад? Вы идите в жопу. Отвернитесь. Я уже затрахался вас объезжать. О май гад, теперь второй пришел на подстраховку. Я и не пытался сюда заехать, если что. Так, сюда не надо. Только не оборачивайся, пожалуйста. Никто ему не идет на подстраховку, пожалуйста. Все, ты едешь налево, мы едем с тобой налево, да? Да? Да, браток? Случайный поворот ко мне, да? Еще три таких раза. Еще потратить 5 минут на это. Не, это реально неудачная затея. Игра-то клевая. Но вот это... Короче, берешь, выряжаешь весь, все, что связано с Бэтмобилем, получается клевая игра. Получается Arkham City. Я вырубил всех кобр, сейчас буду приниматься... Сейчас последняя кобра, потом, видимо, приниматься за это дебила нужно. Set off a chain reaction, destroy the cloudburst, and could take out the tank as well. I'm reconfiguring your scanner to locate the vehicle's coolant lines. Good luck, sir. Okay. Ага.
Окей. Интересно. Девки пляшут по 4 штуки в ряд. The coolant lines run close to the surface of the tank. I should be able to rupture them with a shell from the 60 mil cannon. But one strike won't be enough, and I can't stay near that gun. Attack and fall back is my only option. I'm coming for you! They're both dying! You'll never face anything like this! Fuck! Holy shit! Ты от меня отстанешь, нет? Охереть! Я ни хера не понимаю с такой камерой. Отстань. О, фак. Holy shit. Вот что, и что? Вау. Ну зашибись теперь, а! Ну зашибись! Перевернулся Бэтмобиль, да, конечно. Охереть. 10 ударов достаточно будет? А, еще и сбоку надо будет. О, фак. Ну я продул этот раунд. Погнали отсюда. Господи, как долго эта перегрузка идет, а? Он меня сейчас догонит. Читер поганый, а? Фак. Отстой. Жопа с ручкой. Не туда поехал. Отвали уже. Фак, мне последний выстрел по нему. С правого борта у него осталась эта херня. Фак. Где он? Поедет здесь? Отстой.
дерьмо. Explosion disabled the main cannon. Now I can get close and concentrate fire on the cloudburst. Куда стрелять-то? О, фак! Ну зашибись теперь. Только не говорите, что мне заново надо будет все это делать. Просто восстановите хп и все. И просто пушку дайте ему развивать. Я не хочу переигрывать 10 минут геймплея. Просто не хочу переигрывать 10 минут геймплея. Мне не нравится Бэтмобиль. Абсолютно. Абсолютно. Что мне нужно сделать? О, полное хп. А почему это нельзя сделать раньше? Лол, полное хп, зашибись. Я вообще этого не понимаю. Ну вы либо это самое сделайте нормально свою игру, либо восстановите хп в процессе, я не знаю, как-нибудь. Пусть там нанороботы какие-нибудь у Бэтмена. А сейчас я вот так буду делать. Смотрите. Вау. So hard. Вот эта битва. Вот эта битва. О май гад. Вот эта битва. Я не знаю, тупорылые какие-то рок, кстати, тоже. О, восстановим тебе хп. Полностью и здесь восстановим все. Вы либо откатываете до самого начала, да, чтобы бомбило у игрока. Либо восстанавливаете в процессе хп. Какая разница? Так легче перегрузиться и все. Ну, я не знаю. Ha 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 ha!